Пяткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган. Лукойл «Устинскнефтегаз» вновь в сводках нефтеразливов. Печорское управление Ростехнадзора сообщает, авария произошла 6 мая в 16:00. При плановом обходе трубопроводов обнаружен выход на поверхность нефтесодержащей жидкости. Причина – разгерметизация системы на участке Вазейского месторождения. Контролирующим ведомством создана комиссия по расследованию, которая уже приступила к работе. Аграрии.